Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И сегодня я проапал пару персонажей, сейчас я вам покажу, какие. Это у нас был Вуджен, он получил четвертую звезду. Это именно за Нефритовую Империю. И также у меня сегодня получил зомби с гробовой плитой четвертую звезду. И я открыл вторую звездочку на пряничном домике. Пряничный домик я получил сегодня за ежедневное испытание, которое прошло просто изумительно. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами отправляемся на сюжетную линию. И давайте-ка посмотрим, что у нас тут будет поджидать. Мы с вами находимся в Нефритовой долине, да? И смотрим, у нас здесь Ронин, Тигр и Копейщик. Но вы все прекрасно знаете, как я отношусь к Ронину. Я его не особо долюбливаю в плане того, что вражеского. Своего-то я обожаю. И вот сейчас я сижу и думаю, кого бы мне выбрать-то, а? В противовес. Вот даже я не знаю. Мне бы, конечно, хотелось вот этот вот отряд взять. Но я почему-то сомневаюсь, что мы успеем. Успеем справиться. Слушайте, у меня Ронин, в принципе, тоже неплохо прокачан. Можно его даже, наверное, взять к себе в основной состав. Ну а почему бы и нет? 66 уровень у него. 4 звезды, это очень даже неплохо. Слушайте, давайте-ка, наверное, его и возьмем. И поставим мы его вместо... вместо прыгуна. Давайте так и сделаем. Где наша армия? Сейчас мы с этим делом быстренько разберемся. Единственное, что надо мне подумать, кого вот сюда поставить вместо Ронина на прокачку. Вы, конечно же, много советов мне давали. И вот я думаю, что поставлю я, пожалуй, жрицу, что ли, влепить, а? Очень-очень многое у меня здесь непрокачанных персонажей. Да давайте, наверное, поставим... Слушай, может быть, хилбота даже влепить? Такое заманчивое предложение. Ладно, давайте, наверное, мы начнем с БФГ. Как вам такой, а? Подход. Они меня просто недавно тут очень сильно выбесили. И вот я думаю, давайте-ка мы, наверное, с вами оставим БФГ. Ну, а в этом отряде, конечно же, мы убираем с вами моего любимого прыгуна. Если, конечно же, у нас ничего не получится, я его верну, скорее всего, обратно. Где у меня Ронин? Я не вижу Ронина. Погодите секунду. Вот он, Ронин. Все, ребятули. Ну и поехали уже со спокойной душой. Будем здесь разбирать вот этих вот гаденышей. Я надеюсь, у нас все получится, все пройдет хорошо. И мы с вами уйдем очень далеко. Так, расстояние не такое уж и большое, поэтому нам нужно будет поспешить. Я знаю, что этот Ронин в любую секунду может выпрыгнуть. Но он пока идет, отлично. Значит, мы сейчас вызовем нашу вот так вот мага-воина. Он хорошо бомбит. Теперь я выпускаю Ронина. Ронин чем хорош, ребятули? Он очень круто дамажит. Очень круто дамажит. В принципе, он этим и берет. И если, естественно, он появляется в неистовстве, то никто ему вообще ничего не сделает. Так, крестьяшка, ты куда это там собрался? Ха, о, карточка. Вы посмотрите, мы базу ему просто разнесли. Отлично. Слушайте, неплохой задел. Мы с вами только начали разминаться, и уже победа. Замечательно. Так, смотрим, кто у нас здесь. Здесь меня смущает... ну, конечно же, ниндзя. Это коварная у нас такая героинька, которая бомбит. Слушайте, а если мы возьмем вот эту вот командочку? Ронина здесь нет. Ну, копейщик для нас это не показатель. Я думаю, что с ним справится вполне наш молотильщик. И уровень у нас, между прочим, между ниндзями не так уж и велик. Так что, наверное, скорее всего, я пойду вот этой командочкой. Ох, я боюсь, финальный бой у нас будет с Рониным. И Ронин там будет, наверное, 71-72 уровня. Не хотелось бы, конечно. Так, ладушки, выжидаем время. Копим пока ману. И будем наготове. Слушайте, кого он вы... Неужели он сейчас копейщика пошлет? Я, наверное, успею накопить на Джаггера. Слушай, что-то он там задумал. Он задумал, что... Ого, тигр вышел. Ладно, хорошо. Хорошо, вышел тигр. Мы с вами тогда... Нет, только не это. Блин, да как так-то? Ох ты, сколько он тут сразу всех-то наотправлял на меня. Слушайте, пока хорошо идет у нас. Так, ниндзя, иди отсюда. Ха-ха-ха-ха. Получила свое.
Блин, а мне не нравится. Так, Джаггер, я думаю, что такое? Джаггер-то у нас упал. Родной-то наш. И отдыхает. Слушайте, вы посмотрите, как ниндзя бомбит. Отлично просто у него получается все. А вот это было больно сейчас. Вот это сейчас было больно. Душа тигра, как говорится, очень сильно критует. А вот мы вот так кританем. Упс, упс, упс. Все, позабирали здесь, что могли. Так, 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 ниндзя у нас повержена. Естественно, ребята, мы сейчас будем и еще Джаггера вызвать. Опа, ураганчик. И ниндзя. И теперь-то я думаю, что все, здесь будет победа за нами. Да, ребятули. Отлично, но согласитесь, что Джаггернаут все-таки хорош. Он хорош, да, пускай он не присутствует, не участвует в бою, когда его подбивают, но у него есть шанс восстановиться полностью и пойти в бой. Это красота. А вот здесь вы посмотрите, какая жесть, ребята. Я... Ронин, ладно, 69 уровня, он слабенький здесь, 4 звезды. Но какова здесь у нас ниндзя? Она имеет 68 уровень, при этом 5 звезд. И также не забываем, что здесь уже босс, это бог света. Точнее, богиня света. И я даже не знаю, что делать. Единственный вариант, вот этот мне поможет. Угу. За счет ведьмы я должен здесь выиграть. Ну, успею ли я призвать, это мы сейчас с вами и посмотрим. Поехали. Все, быстренько-быстренько сейчас это делаем. Главное, чтобы не выскочил Ронин здесь из-под тишка, как он это любит делать. И тогда у нас все будет хорошо. Я коплю, пока коплю, ребята. Еще. Слушай, я боюсь. Я боюсь, сейчас побежит. Нет, он не бежит. Ой, тихо-тихо-тихо. А ты куда это? Копейщик, куда это ты разогнался у нас? А мы тоже вызываем Ронина и... Черт подери, да как же так-то? Ну ладно, хорошо, подбили. Ребята, 500 маны я накопил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, с удара. Вы видите, что он делает? Он с удара сносит. Ладно, мы здесь тоже отомстили, так скажем. Ну, Ронни, давай. Вот так вот, нечего здесь это ниндзя делать. Слушайте, я накоплю себе на ведьму или нет? Мне нужна ведьма в срочном порядке. Ох ты, он уже вызвал. Так, ребятули, я вызвал. Я вызвал ведьму свою. Сейчас дело за нами. Так, давай, 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 плоди зомбарей. Мне нужны здесь зомби. Конечно же, зомби. Без них я здесь ничего сделать не смогу. Правильно, ведьма моя отходит. Она... Ох ты! А давай-ка вот так попробуем, проверим, что у нас из этого получится. Я знаю, что богиня сейчас будет жарить. Все, она упала. Она упала. Замертво. И это говорит только об одном, что здесь, скорее всего, победа будет за нами, ребятули. Конечно, радоваться пока еще рано, но... Уже вот чувствую победный звон. Как сыпется вражеская, извините меня, крепость. Так, ну ниндзя здесь для нас не проблема. Естественно, копейщики тоже, мы пробиваемся. И мы уже у замка, у крепости. Да, дорогие мои друзья, скорее всего, это будет победа. Мы просто не даем врагу ничего сделать, мы его зажали. Есть! Вот это я называю по красоте, ребята. По красоте, напряженный бой, немножко я сомневался, но все-таки вы сами должны понять. Здесь и босс нехилый, богиня света, вы прекрасно знаете, сколько я за нее играл. И она мне нравится, до сих пор нравится. Но все-таки считаю, что ведьма здесь эффективней. Да, это такой имбовый босс, это ведьма. Сами вы прекрасно видите, она не тупит, она, понимаете, она может и отходить. Я вот, кстати, не замечал, чтобы богиня света отходила. Она, по-моему, все время летит напролом. В принципе, из-за чего и страдает. Ну что же, мы с вами переходим на карту подданных. Это люди у нас. Поехали, давайте посмотрим, кто у нас здесь будет. Вот ненавижу, когда грифон дается. Ё-моё. Да, тут грифон, тут паладин. Ну, для начала, конечно же, мы с вами здесь все это разрулим без проблем. Единственное, что мне придется, скорее всего, взять вот эту вот пачку. Блин, 71 уровень. Ого. И 69 уровень грифона. Слушайте, это может быть больно. Но вся надежда у меня, как всегда, на баллисту. Вот единственное, что мне не нравится, это вот короткое вот это вот наше расстояние. Очень сильно смущает. Тем более я знаю, что он будет делать. Естественно, он будет вызывать паладина, потом, естественно, грифона. Ну и все по старой схеме. У меня сейчас, в данный момент, вся надежда на баллисту. Понимаете, я должен вызвать, успеть вызвать баллисту, чтобы он прикрывал и от грифона, вот от этого гаденыша. Ну давай, 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 помогать придется. Ага,
База, ты чего так тупишь-то? Один раз все бомбануло и на этом типа хорош, да? Ладно. Второй паладин пошел у меня. Слушайте, а по-моему, здесь у нас все хорошо пойдет. Все, Влад, корона, посмотрите. Так, Грифон, иди отсюда, тебя никто не звал. Ага. Паладин делает на него дополнительную защиту. Так, карточка-то мне нужна. Я вызываю второго баллисту. И все, ребята, здесь уже победа будет за нами. 100% я вам говорю. Сейчас только базу забомбим. Ну давай, 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 не отвлекаемся. Шуршим. Да, вот она победушка. Отлично, ну а мы с вами, естественно, продолжаем сразу. И хотелось бы мне посмотреть, кого здесь прибавят. В принципе, для нас это не показатель. Я считаю, что, ну, жрица при одном паладине ничего она не сделает. Потому что если у меня будет баллиста бомбить, ну, здесь одно смущает. Грифон, фулл звезды у него, 69 уровень. Вот это уже будет проблема для меня. И что же делать тогда? Если мы даже кого-то другого возьмем, то... Слушайте, а можем вот эту взять бригаду? Хм, заманчиво, да? Но нам придется здесь только лишь ведьмой рулить. А я что-то как-то не хочу. Ладно, давайте еще раз попробуем этой бригадой. Я думаю, что у нас все должно получиться. Все великолепно, все хорошо. Главное накопить маны как можно побольше. Ну что же, ждем, ждем тебя, паладин. А у него какая-то другая стратегия. Ты посмотри, что он делает. Он сейчас хочет вызвать стопудового паладина. Ох ты! Опачки, а вот это для меня нежданчик, ребятули. Сейчас с удара, наверное, бомбанет, нет? Нет, не с удара. Так. Хорош, 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 буянить. Да упадешь ты, Грифон, а? Упади, есть. Ребята, не получится. Посмотрите, Грифон, когда упал, он повредил мне базу. Соответственно, мы с вами ускоряемся и будем это дело переигрывать. Посмотрим. Так, отлично, отлично. Я вызываю короля уже. Ну, что я могу сказать? Никаких, в принципе, проблем нету с этим уровнем. Единственное, что да, Грифон, когда умер, его огненная, так скажем, аура задела мою базу. И поэтому мы с вами сфейлились. Естественно, мы будем переигрывать, только вот как бы быть. Что же сделать? Кто же знал, что он будет вот так вот при смерти лететь? Я этого даже не подозревал. Ну что же, впредь не будем таких делать ошибок с вами. И сделаем все немножечко аккуратнее. Я вызываю сейчас, наверное, баллисту в первую очередь. Почему, спросите? Потому что баллиста будет сразу же бомбить по этому грифону, который сейчас вылетит. Но нужно наше дело это обезопасить. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй, ну. Да елки-палки, ну в кого ж ты бомбанул-то? Неужели мы опять с вами сфейлились, а? Похоже на то. Эй-эй-эй, куда ты идешь-то? Фу, повезло нам. Нам сейчас очень крупно повезло. Хотя ты посмотри, что тут происходит. Хилит она. Ядрен батон. Тут еще и грифошка вышел. Давайте срочно баллисту. Так, баллиста, бомби, жарь. Я не знаю, что хочешь делай. Мы должны выиграть эту каточку. Так, грифон не сдается просто так. Стоп, посмотри, что он делает. От засранец. Его хиляют. Его хиляют, просто захиливают. И ничего мы не можем сделать. Две жрицы, а не много ли, а? Ну-ка, давайте-ка немножко. Хотел сказать, расчистим, ага. Расчистили аж два раза. Нужна вторая баллиста, срочно. Так. Баллисты, бомбим, отлично, молодцы. Слушай, мне нужна какая-то помощь. Вот, паладина, я успел. Ух, слушайте, выжили. Заморозка. Она нам как раз здесь очень сильно помогла. Вы посмотрите, что мы сделали. Мы заморозили. Так, грифон летит. Грифон, отойди от нас. Отойди от нас подальше. А мы вот так помогать будем сейчас. Минус. Паладина, что, даже не забомбили с помощью суперудара. А я вызываю третью баллисту. И вот теперь уже, скорее всего, мы с вами тут разнесем всех в пух и прах. Карточка жрицы выпала. А мне нужно сколько? 4 карточки, по-моему, чтобы открыть. Точнее, не открыть, а прапать ее. Ну, добиваем. Да. Фух. Вот так вот это все делается за счет баллист. Только лишь баллисты здесь мне очень хорошо помогли. Ну, а мы идем дальше. И у нас открывается фехтовальщик. А это, ребята, спам.
Почему? Потому что он дешевый, он быстрый, он очень хорошо критует, и здесь нужно подумать. Но зато здесь грифон слабенький и также слабенький паладин. Думаю, что все-таки вот этой командой мы опять здесь должны будем с вами разрулить эту ситуацию без каких-либо проблем. Ребята, вы пишите, что думаете по поводу моей тактики. Может быть, вы хотели бы увидеть каких-то других героев или подсказать мне на прокачку, кого поставить лучше. Так, тихо, вот-вот-вот, о чем я вам говорю. Вышел фехтовальщик. Слушайте, слушайте, давай-давай-давай-давай. Отлично, я думаю, паладин с ним справится. Да, он довольно хорошо справляется. Но вот смотри, смотри, как он раздухарился-то, а? Ой-ой-ой. Мне нужна баллиста. Все, я баллисту вызвал. И теперь у нас должны дела пойти на поправочку. Плюс еще суперудар у меня. Так. Да что такое, база, ты что ж там так подводишь-то меня? Минус, да? Отлично. Идем, я вызываю второго паладина. Слушайте, надеюсь, у нас тут сейчас все будет хорошо. Боюсь только спецудара его базы. А вы знаете, что это вешается отражение. Но он пока молчит почему-то. Ладно, дело его. Ой, сейчас, по-моему, мы продавим. Минус. Все, ребятули, мы подошли к базе. Теперь я еще делаю суперудар. Черт, он паладина вызвал, а? Ну ладно, мы тогда тоже вызовем паладина. Тем более вторая баллиста подошла. Сейчас они в два смычка тут так разжарят нашего вражину, что даже тот даже не поймет, что и где и откуда. Как говорится, звездец подкрался незаметно, да? Вот об этом я вам говорю. Ну что же, а мы продолжаем. Ребятулечки, продолжаем. У нас с вами предпоследний бой за подданных. И как мы видим, здесь грифон фул звезды. Здесь добавляется еще и маг. Здесь добавляется маг, а значит, что... Обычно я как здесь играл, ребята? У меня был прыгун, да, вы помните? Прыгун перепрыгивал паладина и уничтожал, в принципе, налегке что мага, что жрицу. Но здесь таких у меня нет персонажей. А почему бы нам не взять, да, кто нам мешает вернуть прыгуна на место? Тем более, как вы помните, прыгун может на меня обидеться и начать хандрить. Поэтому надо срочно его вернуть к себе в отряд. Нет, ну Ронин тоже хорош, но не в данной ситуации, не в данном этапе. Ну что же, Ронин, ты пока маленечко, наверное, отдохни чуточку. А мне здесь пригодится прыгунок. Уж очень сильно мне пригодится, Ронин. Без обид только. Где же мой попрыгун? Вот он. Вы знаете, да? Он перепрыгивает в паладина. Потому что за паладином будут стоять маги, жрецы. Вот, и, соответственно, он их будет разбирать. Вот такая у меня должна быть тактика. Не знаю, уж сработает она или нет. Будем надеяться. Кстати, смотрите, скоро у меня жаба с молотком получит фул звезды. И это будет круто. Ну, как скоро? Через 120 карточек. Пока эти карточки что-то не падают, так сказать, обильно для меня. Поэтому что-то задержалось. Ну что, я готов, ребятули, поехали. Фух, маг, жрица и паладин. Ну еще и грифон, конечно, тут, как говорится, ложечку дегтя в бочку меда дает. Поэтому мне придется как можно быстрее вызвать ведьму. Иначе грифон нас здесь заколбасит. Даже мой всадник на журавле здесь вряд ли поможет. Поэтому вот я и делаю, ребятули. Все, я накопил. Давайте сейчас будем попытаемся накопить на ведьму. Попытаемся. Так, жрица вышла, ладно, фиг с ним. Жрица это нифига для нас не показатель. Я вызвал ведьму. Сейчас мне надо вызвать. А давай вот так вот сделаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, есть. Так, этот испугался. Слушайте, должны мы здесь с вами победить, в принципе-то. Ага. Вот, я вам об этом тогда и говорил. Что прыгун делает свое дело. Ну что же, ведьмочка, давай, радость моя, плоди своих зомбиков здесь и как можно быстрее, и как можно больше. Прыгун, твой выход, родной мой. Опять у меня проблемы. Или у него проблемы. Все, ребята, если только ведьма подходит к базе, тут уже ничего не спасет никого. Да. Все-таки моя стратегическая жилка работает. И как видите, мы здесь с вами все сделали без проблем. Смотрим. Так, здесь у нас нифига себе, как он прекрасно выглядит, да, ребята? Это епископ, это босс за подданных.
И он фулл звезды, причем 71 уровня. И я думаю, что я, наверное, вот эту вот бригаду оставлю. Хотя вот этот спам мне не совсем здесь нужен. Не совсем мне нужен спам. Но я думаю, что только за счет ведьмы я смогу здесь разрулить. Никто не сможет епископа переплюнуть. Если только богиня света, конечно же. Но где она у нас, богиня света-то? Погоди-ка, я что-то не понял. А в какой команде у меня богиня... А, так она вот здесь и была у меня. Да, я ее просто заменил на ведьму. Ой, ну что ж, была не была, поехали. Поехали, будем опять же наказывать вражину. Постараемся, по крайней мере. Здесь сейчас будем, что я, что он, ждать до последнего. Будем копить манну. Я попробую накопить на ведьму, не получится, ребята. Не получится, потому что, видите, вышел фехтовальщик сразу же и спутал мне все карты. Ну ладно, хорошо, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ага, вот, паладин вышел. Фехтовальщика снеси, главное мне. И нужно ждать призыва ведьмы. Будем ждать, ждать обязательно. Так, ребятулечки, ведьма у меня вышла. Сейчас мы будем с вами применять суперудар. Вот так это будет выглядеть. Минус. Ах ты засранка. Ну что могу сказать вам, ребятули? 50% уже победы у нас в кармане. Вызываем прыгуна на всякий случай. Ага, вон. Вон как раз и маг. Прыгун, твоя работа. Ну, давай, делай дело. Малорик. Отлично. Ну, где там босс-то? Выходи, мы ждем тебя. Вот он, епископ, ребятули. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Так, ты посмотри. Паладин, хорош, падай уже. Ну и епископа наказать нужно, естественно. Зомби, давайте, бомбите его. Ха-ха-ха. Все, дорогие мои, это 100% победа. Это победа уже, здесь никто ничего не сделает. Да-да-да-да-да, что бы ты там ни делал, ничего не поможет тебе. Мои зомбики сейчас тут разбомбят все. И... да. Вот она победа. Ух, ну что же, давайте откроем сундучок и посмотрим, что нам здесь достанется. Покажи-ка. Да ладно, вы издеваетесь, вы так и будете меня кормить вот этим вот никчемным крестьянином. За базу, конечно, спасибо большое, но крестьянин здесь вообще мне не нужен. И мы с вами переходим на территорию нежити. Кстати, это последняя, ребят, территория до портала. Хм, а что у нас по уровню? У нас должен быть, наверное, скоро уровень. Я сейчас посмотрю, убежусь в этом лично. Да я хорош своими бонусами. Ну, как сказать, скоро. Где-то боев еще, наверное, 5-6 нам точно нужно сделать. И у нас будет только лишь 67-й. Хм. Энергии не так уж и много. Ну, я думаю, для начала хватит. Тем более здесь такие, знаете, вот зомби, зомби-камикадзе. Я, наверное, возьму даже... Интересно, вот эта вот команда у меня здесь смогла бы разрулить, ситуацию? Нет, не смогла бы. Был бы Ронин, тогда да. А у остальных почему-то очень мало энергии. Ха. Ну что ж, давайте тогда начнем вот с этой бригады. Потому что у них еще много, как говорится, энергии. И можно им поиграть. А в тех командах по одной. Ну что же, здесь спам у нас, зомбики. Не забываем об этом. Сейчас он их будет выпускать. Ну и нам придется вот так вот делать. Как-то контролировать это дело все. Ага, для этих дел нам придется, скорее всего... Так, не-не-не-не-не, не надо бухать. Ух, как бомбанул. Ниндзя! Есть, молодец. Не понял. А как... Я... Подожди. Слушай, секунду, а как так получилось-то? Мы же... Ну тут, конечно, придется ускоряться. Мы же убили зомби. С какого перепуга еще-то один зомби взялся? Так, ребят, я, конечно, что-то, наверное, видимо, пропустил, не доглядел. Странно все это как-то. Ну да, странно. В любом случае, базе хана. Нет? Хорош уже. Успокойтесь. Пришли тут мне, а. Блин, ну я бы никогда не подумал, что вот этот вот зомби-взрывник может практически с удара снести голема. А он это делает. Так, переигрываем в срочном виде. Но возьму я уже другую команду, потому что спам этот
бомбит здесь не по-детски. А вот кого взять-то только? Ха, кого взять-то? Ё-моё, я даже не знаю. Ну, давай попробуем вот это вот использовать бригаду. Здесь у нас темный мечник, да? Он, в принципе, не такой уж и лашпен, чтобы падать с удара. И как спам, он тоже неплох. Вот он выпускает, мы тоже выпускаем. Сейчас посмотрим, кто кого, ребят, здесь может победить. Ой, мечник, как же ты медленно бомбишь. Как же ты медленно бомбишь у меня, родной. Да иди ты отсюда, блин, опять повреждение, нет? Не понял, а что сейчас? Да какого хренуса? Слушайте, кто мне скажет, откуда здесь берутся зомби? Я знаю, что когда умирает какой-то герой, но от руки зомби, то он превращается в зомбаря. Я здесь не видел, мы обычно со всеми разбираемся. Слушайте, а может быть здесь у базы, как вам сказать, суперсила такая? Если мой персонаж погибает, он автоматически становится зомби. Хрен его знает, а как еще объяснить? Так, квест завершен, я легенда. Нифига, прям как фильм название такое, я легенда. Блин, вот этот вот зомби-взрывник камикадзе сносит просто любого. Вы заметили, да, это дело? Просто если он бухает, погибает все вокруг. И мне это немножко не нравится. Так, мы когда-нибудь тут завершим этот уровень или нет? Эй, хорош тут уже буянит-то. Так, карточки сыплют нам. Так, давай, оборотень, молодец. Прыгун ты наш ненаглядный. Куда разогнался? Эть. Слушайте, ну эта команда здесь как-то не особо рубит. Не нравится мне это дело. Тогда будем сейчас выбирать с вами другую бригаду. Мы, конечно, прошли, но опять же сфейлились. Ладушки, давай посмотрим тогда мы с вами вот на этот вариант. Щитоносец. В принципе, он крепкий парень. Да, я думаю, что можно попробовать. Но опять же, камикадзе, взрывник поганый, а? Будет, наверное, здесь нам делать слишком сильное бобо. Так. Давай попробуем самурая. Самурай сильнее должен быть. Так, а вот он и поганец вышел. Сейчас взрыв будет. Сейчас всех накроет. Нет? Да как ты, блин? Чё за хрень? Это что, специально, что ли, так сделали? Я не могу понять. Ты как ты идешь? Пипец, короче, ребятули. Финиш называется. Это называется финиш. Приплыли. Я уже не знаю, что и делать-то. Хотя нет. Кажется, я знаю, что делать. Но улитку брать для этого дела, мне кажется, это последнее дело. Надо кого-то другого взять. Тоже быстрого, но не настолько ватного, что ли. Так, ладно, хорош, уже базу это надо бомбить. Я, знаете, вот чтобы 3 или 4 раза подряд на базе погибал, причем на первом уровне, что-то я такого не припомню. Здесь энергии уже нету. Представляете, вот здесь есть энергия, но там все слабенькие. Неужели придется опять вот этой бригадой? Так, хорошо, да, мне бы джаггернаута. Вот кто мне нужен, джаггер. Ух, была не была, поехали. Молотильщик, в принципе, здесь хорош. Он хорош, я ничего не могу сказать, но мне нужен здесь голем. Давай, голем. Ну, выходит големчик у меня. Сейчас выходит, естественно, взрывник. Соответственно, да? Ну, ниндзя, давай. Ну, сноси ты его. Фу, хотя бы так. Для начала неплохо. Есть шанс. Джаггер, мне нужен джаггернаут. Обязательно, в срочном просто порядке. Джаггернаут вышел. Что я сделал сейчас? Херню какую-то сделал, если честно. Ладно, это я уже просто нервничаю. Хочу здесь выиграть. Очень-очень сильно хочу, поэтому делаю какую-то несуразицу. Джаггернаут вполне выдерживает взрыв зомби. Я имею в виду камикадзе. И давай ускоримся маленько. Есть, да. Мы, ребята, прошли этот этап. Как говорится, с 4-й попытки. Фух, поехали дальше. Кто здесь добавится сейчас? Давай посмотрим.
И это у нас, елки-палки, это у нас когтистый. Ага, когтистый. У меня все равно ни у кого больше нет энергии, поэтому придется мне вот этой командой дальше играть. Когда уровень там будет? Ё-моё, я хочу получить левел себе. Потому что враг-то все время сильнее, сильнее. А я все на одном месте сижу. И не расту. Так, ну что, вызываем, наверное, Джиггернаута в первую очередь. Нет, нет. Не Джиггернаута, уж ни в коем случае не его. Хорошо. Вот теперь Джиггернаут. И вызываем вот так вот. Когтистого нам обязательно нужно, блин, сносить. Сейчас его разберут, наверное, мне. Угу. Так, иди отсюда, камика. Взрывной зомби. Пошел прочь. Деньги. Успел забрать денежку. Ураганчик. Слушай, ну, по-моему, выравниваемся потихонечку с вами. Сейчас еще одного Джиггернаута я вызову. Вот так. Джиггернаут отдыхает у меня, да, там, я смотрю? Расслабился. Так, минус. Еще минус. Отлично, ребятули, все, по-моему, мы здесь с вами довольно неплохо себя чувствуем. Уверенно, стабильно держим, как говорится, оборону. А можно даже сказать, лучше у нас офигенное наступление. И... Трич. Круто. Поехали дальше, не будем тут тютюкаться. У нас с вами последняя, по-моему, энергия, да, осталась? И все, получается, что ли? Да, ребятушки, ну, вы сами понимаете, на одном уровне я застрял 3 раза. То есть 3 энергии я снес. Эх, а здесь добавляется Банши. Вот еще там мерзота. Банши, она кричит, она своим криком может застанить моего солдатика, моего юнита. И, соответственно, эти чучки будут их разбирать. Но мы не будем так легко сдаваться и поддаваться им. Будем держать оборону. Так, Джаггер, давай быстрее. Ты мне здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, в принципе, ничего не поделаешь. Да хорош, что ж у вас так много-то идет там. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бомбим-бомбим. Фу, отлично, ребятульки. Так, ниндзя. Мне нужна здесь ниндзя обязательно. Всех к ядрене фени сносим. Еще одного Джаггернаута призываем. Не понял. Это как это сейчас у меня Джиггернаут погиб, и из него вылез зомби? Он же отдыхал, он восстанавливался. Что за ересь такая сейчас была, я не понял. Что это за прикол такой? Может, они проклятыми какими-то становятся, а? Я других слов не знаю, что-то придумать. Ну, вы сами видели прекрасно. Он стоял, восстанавливался, потом взрыв, и из него вылез зомбарь вот такой вот. Ладно, мы за это отомстим. Всем им отомстим. Так. Давай, ребятульки, бомбим. Жарим. Как этот зомби... А, опять же, видели? Опять же воплощение. Даже из механических юнитов возрождаются зомбари. Но мы выиграли. Мы с вами здесь победили. А это не может не радовать. Поверьте мне, ребятули. У нас с вами всего лишь 2 миссии. И мы с вами отправимся в следующий телепорт. Я думаю, вы, ребятушки, меня поддержите. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. И, как говорится, до новых скорых видосиков. We are the dreamers in an empty sky. Open up our eyes as we light up the darkness. Now it's beautiful.